Друзья, всем привет, с вами снова Дмитрий Кухненков. И снова записываю небольшую инструкцию по тому, как можно, опять же, создать вирусный эффект нашему ролику в YouTube. То есть, когда вы заходите просмотреть ролик какой-то наш, да, который нужно раскрутить, обязательно нужно нажать кнопочку «Нравится», добавить в избранное, добавить в плейлист, да, добавить в верхнюю часть списка. Что еще? Поделиться, кнопочка «Поделиться», это обязательно. Нажимаем вот эту стрелочку. Вот, и нажимаем последовательно все вот эти кнопочки. Отправить в контакт. Входим в контакт, отправляем ссылочку в «Одноклассники». Нужно зайти и отправить ссылочку. Google Plus. Ну и так далее. То есть последовательно нажать на все кнопочки, где вы зарегистрированы. В тех социальных сетях, где вы зарегистрированы. И обязательно оставьте свой комментарий. Хороший комментарий, естественно, в пользу нашей золотой автоквалификации. Так, ну все, наверное, пожалуй, на этом все. Всем пока, всем удачи.